там є цирюльник. У долі скольких поранок солдат ви прийняли участь, і скількох коштів вам вдалося залучити своїм посередництвом для лікування бійців. Боже, даже не знаю, сколько это человек. Я уже, наверное, не смогу посчитать, сколько денег. Но вот я только вот за последние два дня перевела больше 300 тысяч гривен на лечение солдат, на протезы. И сколько всего, слушай, не знаю, когда-то на одного солдата за 4 дня, допустим, с моего Фейсбука было собрано почти 800 тысяч гривен. Потом там и другим ребятам собрали, ну, наверное, несколько миллионов гривен точно. Но я не считаю, что это только моя заслуга, это заслуга всех людей. И каждому человеку готов за каждую гривну сказать спасибо.